Для начала рассмотрите, пожалуйста, внимательно предмет, который у вас в руках. Давай поменяем немножко. Катя, тебе, чтобы с Дашей не было у вас одинаково. Да? Рассмотрите предмет в своих руках. Представьте, что этот предмет конферансье, человек, ведущий программу. И у вас такая фраза: «Добрый день, дорогие дамы и господа, мы начинаем наш концерт». Подумайте, 3 секунды, как объявит начало этот ваш конферансье сюда, на меня, я зритель. Еще раз, добрый день, уважаемые дамы и господа, мы начинаем наш концерт. А каким голосом, какой интонацией? Пожалуйста, Денис, первый. Не-не, сиди. Ты уже никто, Денис, ты всего лишь ведущий, ты ведешь. А это твой ведомый, пожалуйста. Добрый день, дамы и господа. Я с удовольствием начинаю сегодняшний концерт. Спасибо. Добрый день, дорогие дамы и господа, я начинаю наш концерт. Сереж, это работаешь ты, а работать должен твой человек, персонаж, который у тебя в руках. Ты сейчас с ним обращаешься как со вспомогательным средством, но ведущий сейчас ты, а не он. Катя? Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем наш концерт. Кать, а пробовала ты перевернуть вверх ногами? А если вот это вот низ, это нижняя челюсть все-таки? Это раз. Рисунок два, а может быть три, а может быть это нога. Может быть это нога, на которой он стоит. Да. Понимаешь, предмет, который у вас в руках, нужно обживать. Лиза? Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы начинаем наш концерт. Это, господа, последствия работы в театре «Аквамарин». Хорошо, Лиз, все равно это ты сейчас, а не он. Туда больше, его больше найди. Катя? Добрый день, уважаемые дамы и господа. И мы начинаем наш концерт. Даша? Добрый день, наши господа. Я сегодня начинаю концерт. Добрый день, дамы и господа! Мы сегодня начинаем наш концерт. Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы начинаем наш концерт. Спасибо.